Волейбольный финал у мужчин стал сапраўдным упрыгожваннем турніру. У вырашальным матчы сустрэліся Брэст і Гродна. Ад сустрэчы залежалі выніковыя месцы абласцей у агульнакамандным заліку. У волейболе роўных не было брэсцкай дружыне. Турнір вообще очень хороший удался. Все команды наравне были. Еще разница в счете была, там 2-3 очка. Вот. Ну а почему в Бресте так получилось? Ну, потому что, наверное, желание больше всего. Выбрали тех, кто действительно год тренировался. Не просто ходил на работу и возвращался домой, но находил время на тренировки. И, в принципе, те люди, которые показывают себя в спорте, они очень хорошо показывают результаты в работе. Поэтому я считаю, что это очень правильно. И Могилев сегодня достаточно радушно распахнул двери для нашей спартакиады. Частей за інших на сьогоднішній спартакіаді узнагороди отримлювали спортсмени з Гродна, Бреста і Мінська. Порадували і господарі. Шерех медалів нам принес настольний теніс. Мой любимый, естественно, вид спорта. Я никогда не равнодушно оставалась к нему, поэтому старалась. Да, было не совсем легко, но благодаря поддержке наших сотрудников, моего папы, тренера, ну, все получилось. Лепшим спортсменам з ліку работнікаў ЖКГ хутка трэба пацвердзіць свой клас на спаборніцтвах больш высокага ўзроўню – рэспубліканскай спартакіадзе паміж рознымі галінамі. У канцы верасня яе таксама прыме Магілёў. Ілля Собалеў, Дзяніс Бутылін, Навіны рэгіён.